Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим автомобильную галогеновую лампу от компании Goodyear на цоколь H3 мощностью 55 Вт. Артикул данной лампы GU013120. Поставляется в фирменной упаковке данная лампа. Давайте рассмотрим саму лампу. В комплекте одна лампа поставляется. По виду это обычная стандартная галогеновая лампа. При замене лампы нужно помнить, что голыми руками колбу трогать ни в коем случае нельзя. И менять лампы только после того, как они полностью остынут. Подключается лампа на 12 вольт. Что мы сейчас и сделаем? Подключим ее, визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается. Световой поток, в принципе, как у обычной галогеновой лампы, но не такой желтый, как мы видим. Желтый оттенок, конечно, присутствует, но не такой ярко выраженный. Данные лампы универсальные, могут устанавливаться в зависимости, конечно, от цоколя, как на дальний, ближний, так и противотуманный свет. Дополнительные характеристики и стоимость данной лампы вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.